Дети! Камера! Мотор! Ты видел этого режиссера? Покемон-алкоголика. Ты, Юля Зайцева, из сериалов не вылезаешь. Мы с вами не свяжемся. Это я с вами не свяжусь. Что ты от меня хочешь? Я на Оскар хочу. Сними ты мне эту заказуху. Тебя посадят, ты это понимаешь? Вам кто разрешил бюджет палить? Главную роль в этом фильме будет играть Юля Зайцева. Я актриса от Сахи, из народа. Я тебе такую роль найду, у тебя рот до пола отвиснет. Я все равно на Оскар поеду. Наш продакшн в глубочайшей пандемии. Это просто счастье, что нам дали снимать этот фильм. Ничего я не буду снимать. Давайте мне теперь на крупном. Я еще лучше могу. Ну что ж, точно не будет. Актеры – это как хомяки или кролики. Ты их разводишь, продаешь, зарабатываешь на них. У кого-то и съесть можно. Ты змея двуличная, меч звенящая. Я сейчас расплачу. Да, Заря, я хочу, я хочу. Заря, почитай меня. Стоп! Да что ж это такое? Да вы что, офигели, что ли, Эдик? Давай, искусство требует тебя. Чтоб все было с утра до ночи. А ты молодец. И дым по полям, хорошо? Прекрасно.